Здорово, ребята, это Свои, и сегодня, как и всегда, я буду рассказывать вам о хороших, молодых и, главное, отечественных командах. Начнем с дуэта из Ижевска. Deep Winter, что значит глубокая или даже лютая зима. Парни решили использовать название и самый распространенный стереотип про Россию. Поют, правда, на английском. Играют ребята гаражный рок, хотя у них есть и блюз, и гранж, и рок-н-ролл, и стонер. Ну а вдохновляются они популярной музыкой 60-х, 70-х годов, ну и, конечно, современными рок-дуэтами. Парням есть чем похвастаться. В 2012 году они отыграли лайв на телеканале «Дождь». Через год они отправили свой первый тур по России. Их треки использовались в американском шоу про автомобили и в российском шоу про байкеров. Российская версия журнала Rolling Stone опубликовала недавно их интервью. Также у парней есть два клипа, и вот один из них. Кроме всего прочего, в 2014 году парни выпустили свой дебютный лонгплей, который подписали на калифорнийском интернет-лейбле. Были еще попытки взять штурмом американского слушателя. В этом же году их позвали отыграть на большом американском фестивале, но получить визу оказалось не так просто, как они думали, и им пришлось остаться дома. Пожелаем им удачи в будущем. Следующая команда из Екатеринбурга – The Corovas Milkshake. Перевести сложно, но можно. Коровий молочный коктейль. Название отражает их гастрономические и литературные пристрастия одновременно. Парни в шутку говорят, что играют в психоделическое кантри с легким оттенком гаражного рока и блюза. Несколько синглов этих уральских молочников вышло на виниле и кассетах в Америке, а недавно выпущенный альбом готовится к релизу в Португалии. Также ребята успели объехать почти все крупные города России и успели побывать в Европе. Что интересно, парни пишутся на своей маленькой, но очень ламповой студии. На ней они полностью записали альбом на бобины и ленту. Звук получился душевный. Давайте оценим их творение. Working for the magazine, I have seen fashion on the TV screen. Working at the factory. Hey now, pretty baby, I won't do you no harm. Кстати, в одном известном екатеринбургском баре подают специально разработанный коктейль The Corovas Milkshake. Заходите и пробуйте. И последняя на сегодня группа из Санкт-Петербурга – Riff Action Family. По-нашему звучит как семья активного рифа. Парни играют рок и вдохновляются, как это водится, западной популярной сценой. Клипы у этой группы снимаются с большим трудом. Парни тратят на них очень много времени, сил и даже здоровья. К примеру, при съемках последнего клипа они все получили множество травм, но барабанщику досталось больше всех. При съемках сцены с уничтожением телевизоров он очень серьезно сломал нос. Ну а ребята считают, что сняли пророческий клип. В нем они показывают нам, что на самом деле является истинным злом. Давайте оценим их работу. To the sky, the
look around, attack to me, I'm just a clown of your dreams and of your expectations. Yep, I knew this looks so strange, but I don't need fatal change. Кстати, в 2012 году парни выступали на финальной части отборов Евровидения от России. В 2013 выступали на Большом Бай-фестивале в Севастополе. Ну а совсем недавно, в 2015, они выпустили полноценный металлический альбом. На сегодня все. Подписывайтесь и ждите новые видео. И не забывайте поддерживать наши команды. До встречи! Тут все свои!